Двойняшкам Савелию и Василию 4,5 года. Братья никогда не ссорятся, напротив, друг за друга стоят стеной. Родители такую взаимовыручку всячески поддерживают и создают условия для ее развития и укрепления. Например, регулярно ходят всей семьей в поход. Помогали. Правда, мне немножко... там палатка была не такая большая, как дом. И там не было не так мягко, как вот на моей кроватке. Ну, тебе понравилось? Да. Еще пойдете? Не знаю. Ну, тебе бы хотелось в поход? Да. Как сохранить гармонию в семье спустя годы, Ксения Голикова знает не понаслышке. Мудрость, говорит, пришла не сразу. Мама двойняшек делится секретами семейного счастья, проверенными на практике не раз. Очень важно, на мой взгляд, даже когда какой-то конфликт, всегда помнить, ну, вот эту главную цель, которую вы преследуете. Допустим, там, жить долго вместе, там, счастливо. И когда ты об этом всегда помнишь, даже из конфликта как-то выходишь по-другому. То есть уже другие вещи говоришь, и ты пытаешься наладить этот диалог, там, не вставать в позу. И, в общем-то, по-другому иначе не получается. Все за стол! Интернет-конкурс на лучшую семейную историю в преддверии Дня влюбленных организовал Союз молодых семей при городском центре «Семья». Мы предлагаем семьям поучаствовать в этом конкурсе, предложить какие-то свои истории, выходы из конкретных ситуаций, как они справлялись с трудными жизненными ситуациями, поделиться этим опытом. Возможно, для кого-то это будет каким-то уроком. Рассказ о своей семье и секрете счастья можно прислать на электронную почту центра «Семья». Истории ждут до 8 февраля. Победители получат ценные призы. Их имена объявят на большом празднике «Сильнее любви в природе нет начала», который состоится в преддверии Дня влюбленных. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.